Форель, запеченная под сырной корочкой с ароматным луком-пореем, будет всегда желанным гостем на любом обеде. Да и на праздничном столе она вызовет восторг. Так что берите рецепт на вооружение. Сыр для запекания можно взять абсолютно любой, главное, чтобы он хорошо плавился. К тому же вкус готового блюда напрямую зависит от его сорта. Чем острее сыр, тем пикантнее получится форель. Если в наличии нет порея, замените его обычным зеленым луком или обжаренным репчатым. Форель – 350 грамм. Сыр – 150 грамм, твердый. Лук-порей – 100 грамм. Масло растительное – 1 столовая ложка. Сок лимонный – 1 столовая ложка. Соль – по вкусу. Перец черный – по вкусу. Количество порций – 2. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления форели с сыром в духовке. Порей вымойте и обсушите, форель почистите от чешуи и сполосните. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Из куска форели сделайте филе, удалив все кости. Выложите филе в форму, посолите и поперчите. Полейте рыбу сверху лимонным соком. Лук-порей порежьте кружочками и выложите поверх рыбы. Твердый сыр натрите на средней терке и полностью засыпьте филе форели. Поставьте в горячую духовку и запекайте рыбу при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут до румяной корочки. Достаньте форму с форелью и сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!